Начнем выпуск с официального заявления, поступившего из Министерства по чрезвычайным ситуациям. В связи с ухудшением погодных условий с 6 февраля 2020 года министром МЧС ДНР в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В МЧС организована круглосуточная работа межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций государственного уровня под руководством министра МЧС Алексея Каструбицкого. Связь с городами и районами республики поддерживается в режиме видеоконференц-связи. В течение сегодняшнего дня было временно затруднено движение транспортных средств на отдельных участках автодорог в Старобешевском, Амросиевском и Шахтерском районах. В городах и районах республики проводятся мероприятия по ликвидации последствий снегопада. От МЧС для расчистки автомобильных дорог от снега, оказания помощи по извлечению транспортных средств из снежных заносов и уборки обрушившихся деревьев привлечено 24 единицы техники и 86 человек личного состава. Также для расчистки автомобильных дорог от поваленных деревьев привлечены сотрудники Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства. В связи с ухудшением погодных условий для обращения населения открыт телефон горячей линии МЧС ДНР 071-342-6999. Силы и средства МЧС находятся в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.